Самое молодое спортивное общество – трудовые резервы. Ленинградской ордена Ленина и ордена Красного Знамени Институт физической культуры имени Лесгафта. На Красную площадь вступили колонны спортивных обществ, профсоюзов, представители всех профессий. Шли те, кто вооружал, кормил, одевал и снабжал всем необходимым Красную армию. Спортивное общество «Крылья Советов», молодежь советских авиационных заводов. В рядах общества «Крылья Советов» мировой рекордсмен по поднятию тяжестей Григорий Новак и мировая рекордсменка в беге на средней дистанции Евдокия Васильева. Физкультурники спортивного общества «Зенит», оружейники, бесперебойно снабжавшие Красную армию пушками, автоматами, винтовками.